Возможно, что задержка, он загорелся, нет? Уже на месте, мы про... Нет, нет. Проводим. Он два раза моргает. Через 24-й вход заходит. Да, там... два раза моргает. Все, пришел, что-то раз. А, все. Ну, сбоку, сзади. Я объявляю, я не знаю, где что-то будет. Вот 24-й вход зайди. Вот, там, объявляю, объявляю. Все, пришел, пожалуй. Ты ее не включишь? Как там обстановка? Что-то мы попытались запустить, ничего не запустить. Сработка есть, да? Оповещение просто и противодымная вентиляция не включилась. М? Ждем. Ждем. Встает на охрану. Но у нас получается здесь ничего не запустилось. Давайте еще раз задымим. Давай еще раз. Кто они? Алексей снял с охраны. Мы сказали, снимай, переводи в резервные, на резервные источники питания. Понял. Ладно. Все, как-то внимание, не согласовался. Все, да ушел, пожалуйста. Все, пожалуйста, пришел. Давай. Вы уедете? Они полтора-два часа будут ее приводить всю в норму. Клапана закрывает. Ну вот, противодымная вентиляция. Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам покинуть здание!